Инициативы мы всегда приветствуем, к ним прислушиваемся, но всегда советуемся с народом, с людьми полоцкими. Мы переименовали уже достаточно много улиц и не получили практически больших замечаний. Ну, есть недовольные, это естественный такой процесс, но и по поводу вот переименования улицы сейчас советуемся с людьми. Если люди примут такое решение, власть это поддержит. Власть принимает решение последними, выслушав всех.